Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория, расскажите нам, пожалуйста, с чем вы к нам пришли и с какой целью? Я пришла с песней Кристины Арбака «Это смородина». У меня желание огромное получить массу удовольствия от сегодняшнего кастинга и, надеюсь, в дальнейшем от выступления. Сбродины расклонился вкус смородины, льется, льется с неба родины дождик проливной. Мерю расстояние сутками и лечу куда-то с утками в теплый край за незабудками, за своей весной. Распосталось бесконечное небо синее, безупречное. На земле мы все не вечные, в небесах покой. Забросала жизнь загадками, случай заморочил прятками. Первоклассники с тетрадками, школьный выпускной. Мерю расстояние зимами и бреду за пилигримами, за фантазиями мнимыми, не ходи за мной. Распласталось бесконечное небо синее, безупречное. На земле мы все не вечные, в небесах покой. Распласталось бесконечное небо синее, безупречное. На земле мы все в небесах покой. Полно. Виктория, огромное спасибо за ваш талант и за то, что вы пришли к нам. Спасибо большое вам. Здравствуйте, Викочка. Здравствуйте. Расскажите, как ваши впечатления после выступления? Впечатления хорошие. Музыка для вас на первом месте в жизни или нет? Музыка для меня хобби. Она мне доставляет огромное удовольствие, когда я выступаю, когда пою. А чем вы еще занимаетесь? Я учусь, работаю. А какие планы на будущее, если не секрет? Планы на будущее – получать достойную зарплату и, конечно же, петь, учиться петь. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, у голоса есть цена? Естественно. Сколько стоит ваш голос? Ну, это будут решать уже жюри и зрители, если я пройду дальше. А сами вы его как оцениваете? Не могу сказать определенную цену.